Люшин боксинг допускают к серьезным тренировкам только спустя 2 года разминки. Вот человек 2 года ходит к нему, и первый раз вот сейчас наконец-то ему разрешили намотать. Черный пояс. Черный пояс. Ну все, Игорь, поздравляю тебя с пропиской, с серьезными тренировками теперь наконец. Прописка, ни одного удара еще не получил. Сейчас получит. Нас тут сегодня немного, 4 всего.